Чем запомнилась первая четверть 2023 года? Итоги социально-экономического развития с января по апрель проанализировали на заседании в Доме правительства. Как отметил глава регионального Минэка Дмитрий Краснов, начало года порадовало несколькими аспектами. Например, были побиты туристические рекорды прошлого года. В первом квартале погостить в нашу республику приехали в два раза больше туристов, чем в этот же период 2022 года. Загрузка отелей и гостиниц выросла на 82%. Помимо этого, поднялись показатели объемов промышленного производства, строительства, ввода в эксплуатацию жилья. По итогам января-апреля 2023 года по индексу промышленного производства Чувашия заняла 6-е место в России и 3-е в ПФО. Стабильно в республике обеспечивается прирост индекса промпроизводства в профильных видах экономической деятельности. Мы отдельно всегда уделяем внимание, рассматриваем отрасль электротехники, машиностроения. Отмечу, что за период у нас наконец-то вышел в положительную динамику и тренд по химическому производству. Промышленными предприятиями республики отгружено товаров собственного производства на 120 миллиардов рублей. Это на 27% больше, чем в соответствующем периоде 2022 года. 85% общего объема отгрузки обеспечили организации обрабатывающих производств. По словам министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составил 18,3 миллиарда рублей, что ощутимо выше уровня аналогичного периода 2022 года. Расходы республиканского бюджета в первом квартале составили 27 миллиардов рублей. Почти 8 раз в сравнении с прошлым годом увеличились темпы реализации адресной инвестиционной программы.